Друзья, всем привет, с вами я, Эд Скрабер, и сегодня у нас топчик, давно у нас не было топов, поэтому сегодня у нас народный топ, 5 лучших телефонов от 150 до 200 долларов, великолепный ценник, а если говорить о рублях, то это приблизительно от 10 тысяч рублей до 13 500 рублей, в этом топе не будет каких-то Samsung'ов, GSM, там еще так далее, то есть это действительно будет народный топ, те телефоны, которые в ходу, те телефоны, которыми пользуются, и они как бы лучше на данный момент. На 5-м месте, друзья, Lenovo S5 Pro. Компания Lenovo представила два внешне похожих телефона. Они внешне похожи и по характеристикам похожи. Lenovo S5 Pro и K5 Pro. Аппарат Lenovo S5 Pro получил металлический корпус с матовым таким напылением. Экран смартфона имеет диагональ 6,2 дюйма, выполнен по технологии IPS с разрешением Full HD+, внушительным вырезом, в котором скрывается 20-мегапиксельная камера от компании Sony, также X-сканер для трехмерного распознавания лица. Основная камера модели на 12 мегапикселей с апертурой f1.8, а дополнительная на 20 мегапикселей, то есть телеобъектив здесь на 20 мегапикселей. Вот смотрите, компания Huawei и Honor поступает следующим образом. Они ставят большой пиксель основной, доп, они всегда ставят на 2 мегапикселя. То есть, ну там просто камера так, как бы для вида, чтобы создавать как бы эффект боке. Здесь компания Lenovo поступила по-другому. То есть, если вы хотите сделать хорошую фотографию с телеобъективом, то есть вы, по сути, как бы увеличиваете и так далее, то у вас здесь для этого 20 мегапикселей. Кстати, интересное решение, интересный момент от компании Lenovo. В основе конструкции здесь лежит Snapdragon 636, друзья. Понимаете, было то время, где-то года 2 назад, когда Lenovo тоже выпускали телефоны, все то же самое, что и Xiaomi, но на МТК. А ценник был такой же. И понятно, ну, здравомыслящий человек как бы говорит, ну, зачем я буду покупать вообще за эту же цену? Я возьму просто Xiaomi, как бы не буду мучиться, у меня будет скорость, у меня будет то, у меня будет все. А у Lenovo не было тогда вообще ничего. В этом году все поменялось, и спасибо вам, Lenovo, вы перешли на Snapdragon, а оперативки, друзья, сразу же минималочка. Мы начинаем с 6 гигабайт оперативки, друзья. С 6 гигабайт оперативки мы начинаем минималочку. И она идет 6.64 или 6.128. В нашем топе 6.64, понятно. И батарея на 3500 мАч. Кажется, что не такая большая. На самом деле это нормально. Это хорошая, отличная батарея. И, друзья, здесь USB Type-C. То есть компания Lenovo уже давным-давно доказала, компании Xiaomi, что USB Type-C можно ставить в бюджетные телефоны. Вообще без проблем. Хороший телефон. Она стоит на 5-м месте. 4-е место, друзья, Redmi Note 5. Сейчас вы скажете, друг, подожди, какой Redmi Note 5? Он уже устарел. Сейчас есть Note 7 там и так далее. Redmi 6 Pro есть с вырезом и все такое. Но, друзья, здесь этот телефон стоит не зря. Redmi Note 5 это один из самых лучших телефонов. И за этот ценник вы можете взять, друзья, вдумайтесь, версию на 6128. То есть просто топовый топчик, друзья, вы можете взять за эту цену. Раньше, понимаете, я помню то время, когда люди ездили в Москву за флешками там на 128 мегабайт. Друзья, на 128 мегабайт приезжал человек с флешкой, я говорю, сколько стоит такая приблуда? Он говорит, 5000 рублей. Кстати, на 128 мегабайт 5000 рублей стоила когда-то флешечка. А здесь телефон, и сразу же у вас 128 гигабайт, и это одно из самых больших преимуществ. Здесь глобалочка, здесь MIUI 10, Android, все великолепно работает, конечно, здесь и старый USB Type-C и так далее. Великолепный экран здесь на 5,99 дюймов, Full HD+, разрешение с хорошими показателями. Две камеры на 12, на 5 мегапикселей, фронталочка от OmniVision на 13 мегапикселей. Тоже здесь уже много чего сказано, но хочу сказать, что это один из первых телефонов, где настроена великолепная стабилизация видео. Здесь вот как бы у компании Xiaomi вообще конкурентов походу пока что нет. Это вот классно, классно очень сделано. Я тестировал, мне телефон это действительно очень сильно порадовал. Вы можете накачивать себе туда игр, программ, вообще всего. И, в принципе, игры будут тянуться. То есть, вот у вас там полная сборка на 128. У меня сейчас вот планшет на 128, я его вообще никак не могу забить, друзья. И это меня очень сильно радует. Xiaomi Redmi Note 5 в версии 6128 на 4-м месте, друзья. На 3-м месте новинка прошлого уже года Honor 8X. Недавно у нее был совсем на обзоре, друзья. Ссылочка здесь появится сейчас сверху. И действительно телефон мне зашел. Хотя действительно я скептически вначале относился к этому телефону, но у него есть неоспоримые плюсы и моменты, за которые я вот ценю этот телефон. Мне действительно он как бы зашел и понравился. Во-первых, этот телефон очень большой. Здесь 6,5 дюймов Full HD+ разрешение экран. Это действительно очень большой телефон. То есть если вы не хотите себе Mi Max 3, да, прям вообще лопать,
лопату, но вам нужен как бы максимально большой телефон, то Honor 8X, наверное, одно из самых лучших решений сейчас как бы на рынке. Фишка в чем, друзья? Здесь есть NFC, который некоторым просто вот позарез нужен, и он действительно работает хорошо. А Wi-Fi здесь есть и на 2,4 Гц, и на 5 Гц, то есть можно раздавать и тоже отлично. Камера на 20 мегапикселей основная, фронталочка на 16 мегапикселей. Камеры как бы стоят той цены, вот в районе как раз от 150 до 200 долларов. Но сейчас эта версия Honor 8X где-то за 199 долларов есть на Алиэкспрессе. Ссылочки, друзья, есть в описании, вы можете обратить внимание. Здесь Kirin 710, который меня порадовал на данный момент. То есть на самом деле я думал, что он просто будет очень сильно сливать, но Huawei над этим поработали, и сейчас телефончик, ну, прям неплохо-неплохо тащит. То есть видеокарту осталось доделать, и все будет вообще четко у компании Honor. И, как я уже говорил, что версия на Али до 200 долларов вы можете найти Honor 8X. Но здесь есть один момент, друзья. Там будет написано глобальная версия. Да, это действительно будет глобальная версия, но там не будет NFC. В описании я тоже об этом напишу, да. То есть не путайте. Если вам не важно NFC, а есть очень много людей, которые говорят, да мне вообще как бы NFC ни о чем. Или пишите, друзья, сейчас в комментарии, нужен вам NFC или нет. Вот просто я вам говорю, что есть много людей, просто множество людей, которые говорят, да нам этот NFC вообще как бы не сдался. Вот если, друзья, вы из этой категории людей, то Honor 8X это просто ваш телефон. Он действительно красивый, стекло спереди, сзади. Процессор уже не такой стыдный. Батареечка на 3750 мАч. И самое главное, он снимает слоумо 480 FPS. И это слоумо при очень хорошем освещении. Если вы снимаете на улице, вообще проблем нет. Если вы снимаете дома, вам нужно очень много света, и тогда будет красочная, красивая картинка. Это просто вообще и один из самых лучших телефонов сейчас на рынке. Это заслуженное третье место. Второе место. Asus Zenfone Max Pro M1. Да, за эту цену вы найдете на Алиэкспрессе Asus Zenfone Max Pro M1. Вы даже можете взять его на Тимоле, вы можете взять его в другом магазине и так далее. То есть ценник сейчас падает, а телефон остается один из самых лучших на рынке. Здесь экран 5,99 дюймов, 403 ppi, Full HD плюс разрешение, это IPS матрица. Один из минусов, который бы я отметил, здесь Wi-Fi 2,4 Гц. Вот как бы этот момент, который как бы не тешит душу, но и здесь тоже microUSB. Все остальные плюшки здесь, друзья, есть. Здесь есть NFC и даже FM-радио, друзья. То есть, ну, просто полный набор. Камера здесь на 13 мегапикселей основная, фронталочка на 8 мегапикселей, и с обновлением эти камеры подтянули, сейчас они делают годные снимки, и здесь проблем тоже нет. Процессор здесь и как в первых двух телефонах 636 Snap, поэтому говорить ничего не буду о нем, он проверенный, хороший, он мало жрет батарею. А здесь батарея, друзья, на 5000 мАч. Это один из самых моих любимых телефонов, потому что я не люблю, когда батарейка, друзья, садится, а она здесь просто не садится. 636 не способен ее посадить вообще, это один из самых долгоживущих телефонов. Здесь есть тройной сим-лоток, то есть вы можете установить 2 нано-сим карты плюс microSD, то есть, ну, здесь как бы есть по сути все, это действительно заслуженное второе место, потому что Asus Zenfone Max, и самое главное, друзья, здесь поддержка, у него есть стабильное обновление, которое Asus выпускает, и это очень-очень приятно, то есть они заботятся о своем детище, да, то есть пытаются, чтобы он дальше жил, работал, фулциклировал и все такое. И для нас, друзья, это один из самых важных моментов, один из самых лучших телефонов за эту цену, друзья, берите и не пожалеете, и это заслуженное второе место. Ну и первое место, друзья, компания Redmi. Да, это не Xiaomi, друзья, это именно Redmi. Но все мы понимаем, что это дочерняя компания Redmi Note 7. Действительно, мы сейчас поговорим немножко о характеристиках этого телефона, но сразу я хочу сказать о плюсах этого телефона, что мне понравилось, над чем как бы Xiaomi или же дочерняя компания Redmi поработала. Это в плане дизайна. Вот когда появился Redmi Note 5, это был действительно убогий дизайн, особенно задняя крышка, но это действительно было очень смешно. Это как бы не казистая, не корежная, я там не знаю, как ее назвать, но короче, это было очень красиво. Кто заморачивается в плане дизайна, то для них это был очевидный как бы минус для этого телефона. А если говорить предыдущий, то Redmi Note 4 тоже не блистал как бы дизайном, да, но в принципе более-менее такой был. Вот пятерка была очень красивая, шестерка по сути все то же самое, но немножечко в дизайне как бы улучшили, задняя крышка стала более такая симпатичная, и вот выходит семерочка, друзья. И вот здесь в плане дизайна прям, ну, прям конфетка. Вот все хорошо, все идеально, все подходит, и это очень мне понравилось.
понравилось, друзья. На него смотришь, это действительно не стыдный телефон. Это современный, ультра такой красивый, премиальный, можно сказать, телефон. И здесь есть внутри все, что нам необходимо. А именно, начнем, друзья, с процессора. Здесь 660 Snap. Версия этого телефона в этом топе на 3.32. Да, но помните, что это пока что не международная версия. То есть это не Globe Version. Если вы будете брать по ссылке в описании, обязательно на это обратите внимание. Это не Globe Version, это Chinese Version. Да, там есть будет английский язык и будет китайский язык. Поэтому на это обратите внимание. Но уже скоро совсем, наверное, представят нам глобалочку. Xiaomi с этим, как правило, не затягивают. Основная камера от Samsung на 48 мегапикселей. И она, в принципе, выдает очень достойные снимки. И фронталочка здесь на 13 мегапикселей, друзья. То, что здесь нету моноброви, а именно каплевидный такой вырез, украшивает только этот телефон. Я как бы за это. Мне, если честно, вот как бы капельки, когда появились, это одно из самых лучших решений. Вот эта капелька в OnePlus 6T, она очень красиво смотрится. Здесь тоже как бы не стыдно, то есть нет моноброви, больше экрана, больше полезного пространства, и это великолепно. Один из минусов, который я отмечу, друзья, здесь сим-лоток поддерживает две нано-симки, либо одну нано и microSD, то есть вам придется выбирать. Если вы берете версию на 3.32, то обязательно над этим подумайте. А в топе рассматривается именно эта версия, потому что далее 4.64, 6.64, они еще будут дороже, соответственно, они будут в других топах, но вот когда сюда подтянут еще и NFC-шечку, то в этом телефоне не будет вообще абсолютно слабых мест, то есть это будет самый такой король-король телефонов, потому что здесь великолепная прошивка, которая постоянно обновляется, телефон почти что не глючит, то есть мало случаев, когда глюки бывают у Xiaomi, хотя они тоже бывают, друзья. Это был народный топ, топ лучших телефонов, пишите в комментариях, что вам понравилось, какие вы бы еще телефоны добавили в этот топ, всем пока-пока.